Всем доброе утро. Мы вот попали опять в такую полосу в Адлере. Как это называется? Курортный городок или что? Это вот курортный городок. Вот смотрите, какие интересные здесь сыры. Вот такая косичка. Она по 150 рублей. Это все сыры, представляете? Вот это мы подумали, что это рулет просто. А это оказалось сыр с грецким орехом и паприкой. Вот, он стоит 300 рублей. Вот такие трубочки. Вот такие, смотрите, как будто бублики. Вот такой наборчик. Сколько бы стоит? Я возьму его. Это не наборчик, одна штука 50 рублей. Одна штука 50 рублей. Смотрите, можно на выбор. Ну, сколько хотите, столько и возьмете. Вот, вот такая косичка. На пробу даете, даже, наверное, да? На пробу. На пробу. Ну, 50 рублей? Нет, покупаете, нет. Не пробу, не даете, да? Ага, вот здесь будто бы такие маленькие косички. Смотрите, ну как интересные бублики. А вот с этой, с пальмой. 250 рублей. 250 рублей, видите? Из соленого молока, мало соленого. Угу. Вот такое нигде вы не увидите, кроме как в Адлере. Ой, как здорово вообще. Как хорошо мы зашли сюда. Надо будет что-то взять. А это вот называется сыр курт. А, сушеный сыр курт. Вот такая упаковочка, получает 70 рублей. Сыр домашний. Также есть шарики. Как она? Читать не могу сюда. Чуршхелла армянская, вот она. Тоже все виды. Классная. Все. Пошли дальше. Это правильно, курортный городок, я тебе и сказала.